Ленинский мемориал и музей Лю Шаоци 14 ноября заключили второе соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в рамках фестиваля красного туризма в провинции Хунань Китайской Народной Республики. Вернувшись в Ульяновск, делегация мемцентра рассказала о проделанной работе. Город Ульяновск имеет особое значение для города Чинша и провинции Хунань. Для нас это было действительно почетно, потому что вот те начинания, которые заложило правительство Ульяновской области, мы сумели реализовать в этот приезд, осуществив действительно грандиозную выставку, международную выставку, которая впервые из 85 субъектов федерации была представлена именно в одной из больших провинции Хунань. Мы знаем, что это провинция Хунань – это родина двух великих людей – Мао Цзэдуна и Лю Шаоци. В августе 2015 года Ленинский мемориал и музей известного государственного деятеля Китая Лю Шаоци заключили первое соглашение о сотрудничестве, направленное на обмен выставочными проектами и опытом в сфере музейного дела. Заключенное в этом году соглашение стало следующим шагом в развитии международных культурных связей Ульяновской области и КНР. В 2017 году планируется приезд делегации этого музея сюда с выставкой, а в 2018 году, это будет, скорее всего, октябрь-ноябрь 2017 года. И в 2018 году они нас ждут с ответным визитом, тоже с выставкой, про Ленинский мемориал и про Ленина. Подписанный документ регламентирует не только выставочную деятельность, но и научно-исследовательскую работу, обмен результатами исследований и прием делегаций. По словам Лидии Лариной, во время фестиваля Ульяновский симфонический оркестр губернаторский получил официальное приглашение на гастрольный тур в Китай, который начнется с 25 декабря. Ирина Антонова, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.